Всем хай, на связи Салли, и вы попали на канал Тока Лаки, и в этом видео будет обзор на новую локацию в новом нашем обновлении 1.54. Давайте не будем затягивать, а поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Итак, смотрите, около игрового центра появилась такая новая локация, из нее вылезает поезд, то есть это вокзал. Все очень ждали, давайте зайдем. Итак, смотрите, офигеть, это еще первый этаж только. Давайте для начала посмотрим. Вот тут у нас такая мини-кухня получается, вот такая прекрасная девушка, на ней новая прическа, новая одежда, и это очень красивая она, мне кажется. Далее вот такой вот миленький котик, ё-моё, какая милашка. Прикольно. И, ого, такая лежанка для него. Удобно. О, это растение тоже красивое. Так, в холодильнике. О, костюм Деда Мороза. Прикольно. О, ого, на серпсе там полноценный есть костюм. Класс. О, тут контейнер у нас. И тут у нас наверху, о, очки. По-моему, новые. Да, что берем? Так. О. О. Какая красивая одежда. Мне она очень нравится. Ой, давайте посмотрим далее. Тут у нас новый магазин цветов. Сколько тут красивых кружек и открыток. Вау. У нас тут еще очень много красивых и милых цветочков. Блин, очень красиво. Ой, давайте далее. Офигеть, у нас снова ребенок. Ой, вы смотрите, у этого мужчины на руке специально соска, специальный костюм для, наверное, отцов, может, и для мам. Очень миленько. Давайте дальше. О, у нас тут появилось новое кафе. Но в нем, как всегда, много разной еды. Но тут появились очень прикольные кружки. Тут кофе, одежда специальная. И вообще он у нас с новой прической. И вообще у них у всех какие-то песни, пирсинги и сережки. Надеюсь, нам в токебоке их разрешат. Так, далее. Вот такая фотобудка очень прикольная. И этого мальчик очень красивый. У него, смотрите, очень крутая одежда. Ой, фоткает очень прикольно эта фотобудка. Прикольно. И вот девушки, смотрите, очень крутая одежда. И у этого мальчика, ё-моё. О, еще какие-то сидушки тут, пуфики. О, далее это тут самый большой холл. Какое тут все прикольное. О, голуби. О, тут для гитары. Бумажка. Это плохая оценка, понятно. Еще один голубь. И наверху тут табло с специальными рейсами. О, секретка. Прикольно. Это крампот новый. Какой милашка. Ладно, давай положим его на место. Так, тут просто включается свет. Свет. Тут можно приобрести билеты, как я поняла. А, да. И дальше идем на второй этаж. Так, у нас второй этаж с вами. О, смотрите, тут тайная комната какая-то. Это дверка. Интересно, ее как-то открыть можно? А, нет, у нас вроде пока не получается. Так. О, смотрите, тут очень красивую женщину. О, какая прическа, вау. И очки, и одежда вообще прекрасно. О, вот такие для перевозки чемоданов. Кстати, о чемоданах. Смотрите, какой красивый. О, для секретки, наверное, какой-то. Там этот изумруд. Так. Вау, даже на коляску чем-то похоже. Наверное, некоторые будут использовать. Так, дальше тут у нас такая платформа, что ли. Рельсы. Вот. Тут можно менять какие-то боб-сити. Короче... Дальше. О, тут начало нашего поезда, туалет. Кстати, очень красивый. Далее тут само. Тут плацкарт, как я понимаю, тут купе. Вау, какое красивое. О, тут для крампота есть. И дальше сам машинист. И его место. Возможно, его некоторые будут использовать даже как кондуктора. Там даже место для крампота есть.
Офигеть, вот такой новый, скорее всего, такой современный поезд. Вообще, мне очень нравится эта локация. Ну и на этом, наверное, у нас с вами заканчивается видео. Ой, только вот посмотрите вот этот момент, то, что у нас тут чемодан новый, тоже прикольный. Ну и, собственно, все. На этом у нас с вами, наверное, заканчивается это видео. Надеюсь, вам оно понравилось, и вам это видео послужило полезной информацией. Снова ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите моих новых роликов. Я вас всех очень люблю. Пока-пока!